Власти округа окажут содействие в трудоустройстве осужденных и приговоренных к исправительным работам. В последнее время компании все реже идут на подобное сотрудничество. Пути решения этой проблемы обсудили на заседании в администрации. Все подробности у нашего корреспондента. Для трудоустройства осужденных решено провести работу с управляющими и ресурсоснабжающими компаниями, которые функционируют на территории городского округа Люберцы. Руководители предприятий попросят изыскать возможность принять на работу данную категорию граждан. Если исправительные работы при устройстве осужденных предприятия обязаны перечислять деньги в доход государства, то по обязательным работам осужденные работают бесплатно. Однако ни по исправительным работам, ни по обязательным работам в последнее время осужденных не привлекают. Несмотря на то, что в администрацию округа был предоставлен огромный перечень потенциальных работодателей, только 4 компании дали свое согласие на подобное сотрудничество. У нас разработано, конечно, постановление администрации городского округа Люберцы, где перечень организаций, конечно же, мы включили в список, где такие осужденные работают, отбывают наказание. То есть у нас официально согласовано с прокуратурой это все постановление. В настоящее время в городском округе Люберцы 70 человек приговорены к исправительным работам, а 30 – к обязательным. Их необходимо трудоустроить в 30-дневный срок с момента вынесения вердикта суда. Луиза Егазарян, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Всем привет, я Луиза, а вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки, и вы будете в курсе самых интересных событий.